Хотя жизнь немножко не такой все равно. Это надо микрофон минимум долларов за 100, чтобы был такой микрофон. Голос как у жизни. Слышь, я не знаю, это за 3 день рождения. Ну нафиг. Меня 100 91 баксов друг. микрофон, просто ты меня слушаешь, да ну нафиг, не спаси. Я лучше куплю себе за 10 гривен наушники вакуумные спикеры и буду тебе рассказывать историю. А мне мой голос с прошлым микрофоном больше нравился, чем с вот этим Razer. Не, мне очень сильно твой голос нравится. Приятно слушать. С какого В микрофона? смысле? Я же всех принял в друзья? С Да, какого? с любого. С этого тоже очень нравится. Ну хз. Приятно. В смысле, я же всех добавил, уже все закончилось. 3034 уже. Да, запроса нет, да прикинь, Рафа. Да ладно. А, не, есть еще 46. А у меня Кэшка когда загрузим? 21 рафла. Кэшка когда загрузим? Подтвердить, ага, я скажу. 21 это за 2 часа 21 добавился. Да, я ж тебе говорю, тут слишком как-то в друзья жестко добавляют. 500 общих друзей. 76, 10, 500. 222. Вадодо. Один. Ничего себе, такие бывают. Все, теперь вроде закончились. Блин, еще кто-то добавляет. Еще двое добавились. Давайте. Загрузились. Да? Ой. Да, ну что ты пугаешь, да? Ну давай я тебе покажу, но я его поменяю. Я его продам. Да мне мне не все нравится. равно. Может, я знаю, как он выглядит. Он с конячки еще слазит. Со стандартного курьера Слазит. слазит. Да. Хватит. Да, с АФК постоянно. 3079. Что, серьезно? Блин, я тогда поиграю только. Так, 4600 есть. 4790, 4200, 4966, 4896, 4800. Да, походу больше 5К нет. Но все остальные какие-то такие больные по мелочи. А ну можно отсортировать по количеству друзей? По подпискам. Выбор героя. Фу. Ну чекник все равно конечку. Слазит, говоришь? Ну Здесь туда АФК фука. постой. АФК Я стой. прикошен слез. Я даже приближу. Буду следить за ним. О, он упал. Как будто всегда слез. Вау. Хе, что ты там делаешь? Эй, куда ты заползаешь? А ну слез. Слез и блин. Нафига нужен. Ну не очень. Была бы там какая-то конячка другая, не знаю, лень за. Что типа того. А так. Эй, я не могу джумо взять. Нет. Ну и ладно. Блин, 40 ауд ж обидно за так. Оо, пошла жара, слышишь? Нужно продать и купить. Блин, я вот думаю поиграть грязью. Не, ладно, пусть тебе будет, не буду рыцарей трогать. Да, бери мне сюда. Я мог бы райдера ЦК поставить какой-то. Да, смысл. Станислав Стрижков. 4600. Гаси. ВК лимит, по-моему, 10 тысяч. Ну, последний раз, когда я знал, 10 тысяч было. Да, ну, вроде больше, нет? 10 КВК. Предел. У меня было, кстати, третьего Phantom Assassin с Дедалусом, Блэтмейлом и... Что не еще собралось, я забыл. А, и молниями. Не, ну вот это рафан контент, слышь, поехали играть. До встречи. Блин. Блин. Блин, 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 блин. Ладно.
Так, второго ама зарядили. А, у меня сегодня три этого поумайна. По 10 брони, короче, прикинь. Три штуки. Трем баром раскинул, прикинь. Инженерные были. Че я себя опять слышу, слышишь? Я не знаю, это Дискорд что-то глючит. Я Может, потому что ему... микрофон ближе поднес, Нет, а? нет, нет. А? А стопудово, надо убирать его. Да, мне по два предмета дюпает, слышишь? Чекай. Там две робы были, ну, тут две робы, а там два мейна. Нормуль. Да что нормовый? О, ебой! Стас, ебой. Найдешь ебой? А? Что? Стас. Что? Ебой! Найдешь? На аватарке. Ебой! Ну нигер под тобой сразу, пешка 5. Блин, для меня ебой сразу Ебой. ассоциируется с песней. Блин, ну загугли, ебой. Слышишь, даже я на ютубе вобью. Ой, вот, ебой. Ну. Ну, Нига блин. сразу, только мелкий. Ну там бы взрослый был. Нет, это же не то, подожди. Песня «Время и Погнал. стекло», вот, ебой. Нет. Ладно, я тебя найду, Рафа. Не горшот говорит, бой. И как-то так. Горчен жестко. Тебе не понять, ты слишком мало звук. Что с лицом, Стас? В смысле? Четвертый уровень. Алло, прием, прием, товарищ. Да, я думаю. Ты что? Ну не шути так. Реально смешно становится. Блин, Ты сложно, у даже. меня ничего нету. Ну в смысле, пусть у тебя будут 30 или 30. Так-то на бэтраху у второго тоже такой же Ну да. щит. Если прока читы будут, ты любой стол можешь Ты выиграть. А сразу, я если прока понимал. это у него, а не у тебя, видишь? Я сразу понимал, что это я лус. Ты что? А я понимаю, что я буду много сейчас того выиграть. У меня сейчас 3 эльфа на столе, и ям второго уровня. И 20к при этом. Я стинкера папнуть бы, вперед выкинуть, и говорит имба. Не, буш. Но я тебя найду этого нига потом. Да, я уже нашел и чекнул. В Мелкий смысле? книга. Нет, 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 не мелкий. Нет. Вот этот, который... А где этот нига делся? Он Он что, поменял аватарку снял? аватарку, да. Рофл. Блин, он понял, что его спалили. Вот сейчас у меня уже есть небольшой шанс, небольшой. Новин. Ты не заглядывай в камень. Что? И какой там шанс? Ну что ты понапикал? Небольшой, небольшой. Я б вместо ВДН, хотя... Тебе вообще ужас стол, я купил бы точно другое что-то. Мне безумно твой стол не нравится. Этого достаточно, чтобы выиграть. Все, можешь не менять ничего, да? Выиграть он собрал. Ого, меня дефнул кто-то? А, нифига, там стол, у него люканчик уже есть. Два бетрайдера, что? С тобой. Подожди, ама, ни у кого хоть нету? Есть одного. Есть у второго. В смысле? Фу, блин, только Шинчен его сбросил. С одного, да, давай, короче, его продам. Скорее всего, на вин должен быть. Ну да, я тебя Вот. проиграл, да. А я сильный стал очень. Согласен.
Отсекаюсь сюда, найти. Ух. Я же уже на инкам выхожу. При этом все. У нас 10 годы есть. Блин, не ту кнопку нажал, рофл. Не ту кнопку. Я вот думаю, если я сейчас то выиграю, я продаю это вот. Чтобы было 20 монет на инкам. Ебать. Ебать. О, челик уже 22 голды. Но у него и лица нет тоже. Минус лицо. Да, я выиграю, продаю ЦК. Опа, я единственный 5 подряд сделал. Здорово. У меня очень сегодня много игр, где я без звука выиграю. Ага, у меня вопрос стоит между инкамом и ВРК второй. Я еще подумал. Ладно, короче, я придумал. Успел? Успел. Ого, а у меня умники тоже летел, кстати. Он, скорее всего, на тройку можно его будет оп. Опять минус лицо. Что с лицом, Стас? Да сложно, как сложно. А у меня два лица, прикинь. Могу в два лица отхватывать. Мне вдвойне веселее. Ага. Некр упал. Некр Тракса поставить бы на стол. Не, я такой ходостью не занимаюсь. Лучше просто в убийцу там уйти. У меня сейчас 40 лады были. А у тебя сколько будет? 5. Плюс 12 у меня будет 43. Гер 100% до дефа тысячу. Сейчас бы эрочку тупо упала, а все было. Больше мне ничего не надо, тупо одного эрочка. А, ну и один первого уровня какой-то перс. Да ровно в тютельку я ввожусь. Тинкер. Тинкер и Мирана. Мирана. Мирана меня не знает, Тинкера возьму. Тинкер. Блин, слышь, у меня луна мега танковая должна быть, чё здесь? Она под рыцарем и она под эльфами. Прикинь, мразь сзади стоит. Так, вообще на гость, прикинь. Луна антимаг ЦК. Кунка? Кунка. А это мне не нравится, я могу не дефнуть. Корабль. Хотя. Подожди, у него шама нет? Не, у него ама нет, все, мне тинкер деф. Я думал, у него ам просто. Оп! Что с лицом, пацаны? Ого, меня бесит за дефал, слышишь? А у него ЦК апнутый, разорчик там, ветруха апнутый. Нормально там, пацаны. Тимберсоу, о! А мне на тинкеров сегодня летит, кстати. У меня уже 52 голды стало длинной камень.
У меня 6 голды. Я буду сейчас тупо вап топить. Дай духу и ниму куплю, как я такой. У меня стол идеальнейший, сборочка. 2 рыцаря, 2 орка, 3 воина, 2 тролля. Я не отрицаю, стол хорош. Но. Идеальное сочетание просто. Первый акс это вообще дерьмо недоношен. Я знаю, а что не летит. Вместо. Блин, вместо акса что же надо, орка или. Или воина. Нет, воин в любом случае нужен. Ну да, если бы он летел, я бы тролля поставил, если бы выпал тролль. Вместо акса. Не, ну логично, если тролля бы ты поставил. Вообще бы ты тролля не поставил. Воу, один повершот никуда мне выкинуть фильки. Я бизи задефал. А? Ша-ша-ша? Не услышал. Че ты такой маленький, а? Малыш, меня на курице малыш больше тебя. Сейчас он еще с курицы спрыгнет, спетляет. Абаддон, Бетрайдер, Чантрис. Проверяй, 50 голды остается. 7 левел. Че с лицом осталось? Что ты отвернулся? Кому ты там язык показываешь? Мне. Все, вон и сошел. Перечик обиделся, короче. Говорит, да пошли. Вон и сошел, алло. У меня досты. И вот у меня гем. Все, ты меня не найдешь. У меня гем. Даст. Я пикаю по тебе. А мне не видно. А я вижу. Блин, 7 персов, это ж прикинь, как дефать буду я этим мобов. Че-то луна, слышишь, не такая танковая, как я ожидал, конечно. Вот это мне не нравится, минут. Походу не дефнул. Через 15-20 там. Таз. Что? Таз. Что мне с лицом? Что тебе с лицом? Да я какой маленький стал. Хотя, стол там есть 3 механика 2 уровня, еще какие-то 2 перса у него, один 2 был, а 2 не. Вепаны и персонажи. О. Ну, назад надо ставить, вот так вот. Вообще в идеале вот так. Так. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Так. Так, как-то так. Приблизительно такой стол, не вообще в диалочку пойдет. Если стекан на мясо идет, если щит прокнет, он протерпит, если нет, то пофиг, хуан будет. И дикер тоже набивается. Против тебя плохо мой стол стоит, тинкеров никто не набивает. Хотя. В дальнейшем задефается. Тинкер. Эх, мне бы сейчас думика. И мне бы сейчас 2 тинкеров бахать. А если бы тролля, то вообще было бы шо. Там. Я одного тинкера переставлю. А тебя потому что левел 7, поэтому ты меня вожал. Да ты шо. Сейчас я тебе секрет открою, у меня 7-8 уже уровня. 10 из 24. Так. Угу. Извини, я не договорил. А через 2 волны я, короче, апаюсь. Так, нет. Вот так вот, вот девочка. А, подожди, сейчас же эти аутисты, ёб. Сказы печащие. Это тинкеры волков всегда дефают, кстати. 2 тинкера они вообще ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту делают. И по 2 раза успевают ракетки высадить. Мне надо войд стоуны, я тебе говорю, такая жесть начнется, будет войд стоуны. Я так буду челиков мучить. В смысле, а чё мы ВР-ку сгрызли без войд? Это битка, конечно. Воу. Что я там про тинкера говорил? Дефайт. Воу. Воу, глянь. Не, я криво поставил, надо было не тинкеров танчить, я понял. Дефает, бу-бу-бу-бу-бу. Вот это рафа. У меня одна ВР-ка не выстрелила, пошел в жопу. Блин, а что ж делать на 8 уровне? Кого мне на стол выкинуть?
Опа, у меня кристаллик, только давать мне его некому. Ну разве что Давайте не цепь. кар... Давайте не кардера флакина. Некого было ставить. Блин, надо было фуру. Надо было фуру брать. Зачем тебе один Тиника воин, надела. один механик? Один воин это тиник. Я его поставил, потому что 8. Ну ладно. Механик один это два тинкера апнутых, аля. Это будет один механик третьего уровня скоро. Блин, дум дали моему второму тинкеру. У меня Не вынесет вижу какой-то думал. шарами. Яшель? Нет. Да блин. Третий туск! Кипер! Слышь, да я не хочу с ним драться, сам деле с этим. Да ну нафиг. И пауэршот! Да ну нафиг, третий туск. А кто? Какой ник у него? Блин, не успел. Вот этот 78% слон первый. Эмпларка. Кстати, рулить начинаю. О, химик. Ух ты, кулаки как падают. Что тут такой нежданчик? Опять кидать на стол никого. О, ВРК от нас. На, было как брать, блин, был пассивка механика, провтыкал. Ам, прикинь, ам не выжигает ману. Ей не надо ману, но ей не выжигает. Зато ам успел обоим тинкерам ману жать. Я ору. Та, что у меня с лицом сейчас будет? Не, ну гениально просто. Просто меня это вышкаливает. Учили, как, кстати, все персы мои стоят на столе. Вообще обидно стало. Вандруид. Еще один вандруид. Тролль, два тролля, ё. Извиняй, но я думаю, что они не нужны будут. Ты что говоришь? Что? Не обижайся. Эй, петух. Да они упали два, ну все ну, мне ладно, делать. Ну, ладно. Блин, без пассивки механиков тинки дрыщи впереди стоять. Ну хоть это вот, да. Мне надо теперь ВД найти хотя бы под него. Все. Я не буду всех троллей собирать. Тинни. Блин, андроиды летят жестко вообще. Томка. Пять эльфов. Вместо нотинки. Тинкера потудапать. Блин, слишком плохо мне пока. Ну, а, третий туз, здорово. Блин. Давно и не виделись. Алла, блин, на тинкера. Да идите в жопу, слышишь? Что с этим конченным рандомом? Ага, второй тинкера в куки, кайф. Стас, что с этой игрой не так? Что за жесть? Бери в андроида, собирай их, да. Собака. Синий. Блин, уже не успею. Надо пофиг.
палку командную. Я уже ничего не успею. Да, у меня все плохо. Фингер без предмета, он не успевает накастовываться. О, давай еще солью им, а? Не, это повершот стоит, не? Успеет? Ну хотя бы на предмет не был. О, даже не задамажил. Не шутил. Ух, тикера одного андроида. Ой, швачина падает пока одна. Гирокоптер, Тинкер, ду. Я вообще сейчас на жопу все, что делать. Короче, как-то так пока. Сивку механика под Тинкера врублю. Тем более, гирокоптер не самый худший вариант. Блин, я тебя не дефаю, скорее всего. Рили, ну у меня 4 тролля, извините. У меня гирокоптер не зарядился, я его надо было вперед. Я мовсина боюсь. А теперь ему сало дали. Ненавижу эту игру. Ненавижу. Ты знаешь, на него замах только сделали, уже сало висит. Ёб твою налево. Мне бы троллил вампирку и какой-нибудь демос. Демос. Дэмэдж. Демос. 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 Демос и фобос, да? Демос оботролил. Фантомка. Блин, друида так и продал сразу. Так, ну так чуть надежнее. Я кунку продал нечаянно, прикинь. Мышку чуть-чуть не довел, кунку выставил, продал. Да, я паролю. О, паролю, кунка пришел. СТС. Так не боюсь, я нечаянно. Я мышку не вовремя в сторону двинул. И, короче, вместо этого продал местало. На столе. Ну хоть первого уровня есть так обидно. Я порнул, если б я продал не его, а кого там. Тинкера, к примеру. Да пиарнул, конечно. Или Гирыча. Да было победить, реально. Так еще терпимо. Не, ну так нетерпимо, слышишь, каски плюс курица. Не, ну я тоже сейчас буду камбэкаться. Сейчас я Гирыча переставлю на другой слот. Потом просто инкам солью левел. Так, Гирыча переставить. Слышь, возьми кунку, падла. О, кунка, здорово. Ух, ёбами, сколько предметов хранил. Так. Кинга бы выставить. Так, Ривара. Ирич вперед. Хорошо, сейчас уже дефаться буду. Ну, должен, по крайней мере, как она пойдет. Да, дефаюсь вроде как. Я что, или, не могу никого, да, вообще выиграть. Или не дефаюсь. Фантомка, что скажешь? Фантомка скажет, что с ней щит спадает, и туск сразу вверх ее бьет. Я шо, первый вылечу рофл. С 4 троллями сейчас первым могу летать. Не-не. Я не знаю, я вряд ли. Я амбьет с Хирыча, найс.
столы жесткие у челиков. Очень. Я хз, как тут играть. Если я, наверное, еще раньше тебя смогу убить такими темпами. Тролли падает. Во-во-во, полегче. О, химиком. О-во-во, реально полегче. Так, окей. Можно ВТ. 20 это пятерок. Сколько надо? 5 на 5, 25, 25 голды. Я смогу выкинуть вот этот вот. СД шансов выше. Инкам весь придется слить, короче, чтоб не вылететь сейчас. Но потом может это окупиться на хил. А может закончиться ТП-чем. Кого больше пустят, инфарку или тролля, бля? Я не знаю. Мне, они мне оба нужны. Какие себе мощные. Короче, сливаю я инкам. Кидаю ВД на стол. Ролю в надежде найти двух ВД. Уже двух ВД начинаю плакать. Не нашел одного ВД. Выдыхаю немножко. Так вот поставлю гирич. Так, ну сейчас уже чуть получше. Два тролля. Ага, два эльф. Подожди, где-то я что-то не этот не доиграл. Тебе бы 4 одного... тролля. Одного эльфа выкинул. Ну у тебя места нет для 4 троллей. Зачем мне 4 тролля? Чтоб все били быстро. Темпларка. А мне не надо, чтобы все били быстро. У меня темпларка дело свое делает, не переживай. Мне главное, чтоб тролль набивал, и каски были лишними, станчик. Понял? Во-во-во, полегче. Угу. Если каски будут, это уже лучше. Очень плохое начало, блин. Эх, начало, начало хорошее, дальше. Пошла такая жопа. Ой, блин. Тупо не по-детски летят эти фантомки. Я думаю, можешь их набирать. Они полегче. Как же вам контрить все мои фигуры? Спасибо. Дефаемся, живем. Ого. А че, еще челика выбил, прикинь. Я уже не первый вылечу. Отлично. Второй. Возможно. Лич выпал. Смотри, Владик, один ЦК, один Кунка и один тролль. И я буду раза в полтора сильнее. Это один ЦК, да. Это один ЦК. Один Кунка, да, и один Дум, да. ВД говно, тролль. И один тролль. Один. Ну. Тролль. Один. Ну. Наверное, уже не в этой катке. Блин, чем меня. Я же говорю, первый ты не вылетишь, ты вылетишь. Да? Да. Да. Хорошо, да. Криты летят. Темпларки даже под думом пофигу. Сорян, Стас. Фу. О-о-о. Слушай, я свойство не задефал. О-о-о. Смотри. Ай. Да я еще на полу держусь, я могу еще смело в тут.
Плохо себя вел. Хаму мне нужен. Кунка, отлично. Кунка. Но... Дума он захотел. Слышь, мне тоже Дума. А, продай Дума. Продай Дума, я ВД продам. А? А? Нет, а? Нет, нет, нет. А, наоборот? Наоборот? Продай а? Тролля. Левел 2. Продай. Ты не наглей. Я уже отказываюсь от твоих договоров. Мне Энигму надо вместо этого. Тагирыча. Безумно как надо. Я даже тролля на передовую выкинул. О, фантомка набивает Гирычу ульту. Тинкер, тинкер, тинкер. Ааа, его прострелили. О, меня лапают. Ну я протупил, когда третьего эльфа продал. Я не заметил, что мне эльфа 2 стало резко. Точнее, я потом заметил. О, тэчис. А, лучше Гирыча были. Шо по Гирычу, ну? Гирокоптер 3 ДПС, ага. Конечно. ЦК, но нет денег. Блин, кого продать? Быстрей, быстрей. Успеешь 12 секунд. А, рофл, да. Че, внутри. Два дума? Два дума дадут думы? Или два тролля профитней? Блин, сложно. Два дума или два тролля? Два дума, скорее всего. Блин, не хочу два дума, давай два тролля. Не хочу. Давай два тролля. Не хочу. Давай договоримся, слышишь? Че почем, говори, сколько надо заплатить. Ну да, один дум мне, и будет у меня дум один. Виталий, тебе... Да, давай, давай договоримся. Ладик, да. Ливай, плиз, ливай. Не надо, только против... Блин, ты скоро против меня должен был попасться, слышишь? Я уже боюсь, что ты сейчас против меня. У меня столько троллей падает, я говорю. Ты, наверное, там потерял. Чекни моего ЦК закуп. Не хочу. Хочу, еще ничего, ничего. Слышь, ты с откуда его вытянул? Со сталкера. Я с него вина начали, вторая дропнулась, было бы уже намного меньше. Знаешь, у меня два вара, блин, первого уровня там. Ой, я садки как подкапывает, умничка. Ой-ой-ой, Annihilation стола чужого. А ну еще ракетки. Ой, молодец. А что с лицом? Ты, ты говорил ливой. Ты говорил ливой. Ты говорил ливой. Да цикасова сейчас задефает. Да, смотри, ага, какая у него голова бежит. Ну я топ-3. Да, он мисует, он мисует. Ну согласен, на топ-3. Топ-3? Какой топ-3? Я топ-3. Топ-3 с конца? Да, с конца топ-3. Так. Разные понятия топ-3. Эх, Ладик, вылетело мне это все. Слышь, так где твои ВД, думы, кунки, слышишь? Слышишь, сейчас следующий чувствую. Хотя Безим уже уступит 4. Хотя я могу даже в топ-3, если меня сейчас опять будет закидывать против таких легеньких. Ой, там дракона 35-го хуйни. Сейчас мне 1 хп оставят и с драконом потом дерись, говорят. Не тащит. О, этого я дефал, потому что. Он же ж ничего не изменил. Кунка корабль не кинул, черт. Дело плохи. А, у него кунка поддумала вообще. Ой, а, Леках Тинкер раскастовывается. А Тинкера Джаггер бьет, он ему дамаг не наносит, а настакивает ракетки по КД, понял? Тупо Джаггер, красавчик, с авокатку. Бля, я уже тут три сижу. ВДшка. А можно мне еще дума найти, а? Пойду перекурю, ладно. Дальше сам поебаю. И потом я буду еще кушать. Чего? Да ты слышишь, ты бесишь, ты приш...